Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, шалом из Иерусалима, меня зовут Ицкак Пентусевич, и мы изучаем Мишли, притчи царя Соломона. Это мудрейшая книга, царь Соломон был мудрейший из людей вообще за всю историю, кроме Моисея считается, что он знал больше тайн мироздания, а на втором месте по мудрости царь Соломон, в... его называют Шлома Амелех, называют в еврейской транскрипции, Соломон его называют в европейской транскрипции. И мы изучаем уже, заканчиваем сегодня 17 главу. Представьте, 17 глава, и сегодня мы с Божьей помощью должны закончить все. А теперь я начал, видите, как урок начал, как специально, как Шлома Амелах, он нам показал, как надо начинать уроки. Царь Соломон, мы, мы изучили, как он начал Мишлей, так надо начинать все уроки. Как он начинает мишли? Он говорит... Мишли Шлома бен Давид Мелых Исраиль. Он говорит, это Мишли Шлома бен Давида, это Мишли царя Шломо. Он не говорил царя, просто Шлома себя назвал. Сына Давида, от кого я взялся, он сказал, от папы пророка. Он пророк, папа пророк. Мелых Исраиль. Я царь в Израиле, что в Израиле столько мудрецов, а я царь, то есть все проверенная, проверенная информация. Потом он говорит, зачем? Лидат Хахмау Мусар, Леавин Имрей он говорит, мы изучаем это, чтобы познать божественную мудрость и мусар, это управление собой, нравственность переводят, но это управление собой Леовин и мрейбина, чтобы понять, понять суть, и Мрэйбина это суть логики, суть причинно-следственных связей в мире. И вот мы для этого изучаем Мишли очень важно и важно. Вот сейчас Яков где нас смотрит. Очень важно, чтобы все лекторы начинали, начинали уроки именно с представления, кто они, имя, фамилия и какие-то свои статусы. И, значит, говорили тема урока, что мы изучаем. И важно с этого начинать, потому что у нас смотрит много людей в записи, и те, кто подключается позже в записи, они сразу понимают, а, вот урок об этом, об этом, об этом, все, проводит такое-то, все понятно. Вот, а теперь можно поздороваться уже, да, здравствуйте, все, кто пришли в прямой эфир, молодцы, все, кто пришли в прямой эфир, большие молодцы, шалом из Кипра, у нас есть сейчас эфир одновременно идет и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и сразу видна разница между Фейсбуком и Инстаграмом, в Фейсбуке уже 155 человек, обычно приходит 300 человек, а в Инстаграме пока 8, это более молодежная сеть, ее, как бы, в Инстаграме, главное, это не смысл, а картинка. И поэтому пока есть как бы тора через картинки, она не особо передается. Поэтому нас больше смотрят в Фейсбуке. В Фейсбуке. Хорошо, дорогие друзья. Все. Значит, начинаем урок. 17 глава. Мы дошли уже до отрывка. До отрывка мы дошли 28. -го. Отрывок очень сложный. Вот я вам скажу, что я в прошлом цикле на него написал... Написал на него очень-очень длинный комментарий такой, в, значит, действительно очень многогранный, Равди Даля Шостак, Шалом, и многогранный очень отрывок, 26-й отрывок звучит так. Гам анош ля цадик лотов, ля кот надивим альешер. Переводится дословно так. Также наказывать садика цадика нехорошо, леокот надивим аль тем более бить благородных за их прямоту. Значит, ну, вроде все понятно, вроде все понятно, слова все отдельные понятные, теперь смысл, что это значит. Я сразу, когда этот отрывок читаю, у меня сразу же вспоминается, где я с ним первый раз встречался. Первый раз я с ним встречался в трактате «Брахот». Там есть такой интересный момент, который связан с недельной главой, которую мы читали в эту субботу. Написано так, что, что Белям, которого позвал, которого позвал царь Балак, для того, чтобы проклясть и врести народ, он, значит, имел огромную силу в проклятии. То есть его проклятия имели силу. Он был злодей и был пророк. И спрашивается, откуда его проклятия имели силу. И Талмуд говорит, он знал момент, когда Бог гневается, что есть определенное время в мироздании, то есть так устроено мироздание, когда включено качество Бога, которое называется мера суда. И по суду никто не может выстоять. То есть, если бы Бог судил мир по мере суда, то все, мир бы тут же бы исчез, бы разрушился, потому что, если посмотреть, как мы выполняем свой долг, возложенный на нас, духовно расти, служить Богу и так далее, то большинство людей, к сожалению, его недовыполняет, и у мира не было бы схута заслуги существовать. Но есть время в течение дня, в которое Бог включает вот эту меру суда. И Белям знал этот момент, и он в этот момент проклинал кого-то, и на него шло вот это проклятие, и в этом была сила. Его для этого нанял царь Балак. Теперь Талмуд спрашивает, а когда это время? Когда это время? Кто его кроме Беляма знал еще? Талмуд говорит, знали, не только Белям знал это время. Это время очень, очень понятное время. Это в первой половине дня, утром, и как узнать это время? У петуха он дает признак этого времени. Время это одна секунда, рега. Рега это пока ты произносишь слово рега, вот она мгновение. Да, вот это рега, гнев Божий мгновение. Правильно, Дмитрий Базанов вспомнил это же место. Значит, рега. Но как, как, как поймать этот момент? Значит, петух, животное от Тарнеголь, такой петух, он в это время становится на одну лапу, и у него в его этот хохолок, то ли он краснеет. В общем, происходят изменения какие-то с его вот этим вот хохолком. Значит, и мудрецы, которые знали вот эту Кабалу, тайны Торы и так далее, глубины все эти, они знали это время. И написано, что раби ушуа бен у него в, в его месте, где он жил, был один, один был, там, по-моему, назвали его Мин, то есть тот, который выступал против Торы, против Бога. Знаете, если эти люди активные злодеи. И вот он был активный злодей, он против Торы, против Рабиушева Бен Леви, против раввинов Знаете, как сейчас есть некоторые вот эти вот антирелигиозные, вот он был такой прямо против Бога, против Торы. И он очень сильно доставлял страдания Раби Ушуа И Раби Ушуа решил тоже его проклясть в этот момент, в этот момент гнева Всевышнего. Он привязал петуха этого, в, привязал петуха возле своей кровати. И, значит, лег и смотрит на него внимательно для того, чтобы поймать вот этот вот гребень петуха, когда изменится, чтобы поймать этот момент и в этот момент проклясть вот этого вот этого мина, да, пекураца. Значит, и он смотрел, 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 смотрел и уснул, задремал. И когда он проснулся он понял, что нехорошо цадику. И, и вот тогда вот этот посух я впервые увидел. Там приводится этот отрывок из Мишли. Гама нож для цадик лотов. То приводится он по смыслу, что наказывать цадику, то есть он -то сам был цадик Рабиушева Бенлеви, наказывать цадику нехорошо. Нехорошо наказывать цадику. То есть нехорошо цадику проклинать. И сказала ему, по-моему, его жена, она ему так сказала, что, или она ему этот отрывок сказала, она ему говорит, что написано в Тайлиме, в псалмах, написано, что будут уничтожены, будут уничтожены грешники, там слово «хатим», «хатим». Но она говорит, это не так надо читать. Будут уничтожены хатаим. Хатаим – это грехи будут уничтожены. Поэтому ты вместо того, чтобы молиться за то, чтобы Бог наказал грешника, Бог же его не наказывает, Бог же ждет, что он исправится. Как ты можешь хотеть его уничтожить? Молись за то, чтобы он хазар шува чтобы он раскаялся и вернулся к Богу. И он начал молиться, чтобы он вернулся к Богу, и тот вернулся к Богу и вместо грехов начал делать добро. То есть вот это вот важная очень штука – что грешники, с ними можно воевать, но они очень сильные. Иногда бывает, что грешники, они такие активные, потому что у них же нет грядущего мира. Они знают, что у них как бы, они бегуны на короткие дистанции, спринтера такие. Они только в этом мире, они давай, полностью они должны выгрести все удовольствия, они должны решить все свои вопросы. Они там вот, они атеисты такие, да, они как, Бога нету, духовной жизни нету. Значит, что я должен делать? Только в этом мире я должен полностью выложиться на 100%. И, значит, поэтому они очень здесь активные. Значит, это было первое объяснение этого отрывка. Нехорошо для цадика наказывать. То есть цадик, он не должен с ними воевать и так далее. Рав Зильбер, Зихрано Цадик Левраха, у которого мне повело, повезло, учиться, он был настоящий цадик, он говорил, что главный принцип это сур мира ваасетов. Отодвинься от зла и делай добро. То есть ты должен быть активный в создании добра, и э, не, не воевать. Он старался избегать конфликтов, махлотитов, споров, замечаний и так далее. Он максимально избегал вот этих всех острых углов, и он делал, делал добро, добро. Теперь, значит, э, но здесь есть второе объяснение этого отрывка. Второе объяснение, это по нему идет Малбим, великий комментатор Малбим. Он говорит так. Камы нож для цадик лотов, леокот надевим им альешер. Значит, это он говорит о том, что он как бы констатирует факт, что то, что Бог иногда наказывает садиков, причем садиков, с праведников, Бог спрашивает как на тоньшину волоса. То есть он, он же садик, он уже Праведник, он рядом с Богом, и его малейшую ошибку, она видна как под лучом прожектора. То есть любая, любой маленький-маленький изъян в действиях садика сразу, бах, производит взрыв такой, ну, то есть, он же близок к Богу. Теперь и есть люди надевим, надевим, которые, они всем помогают, они добрые, они хорошие. И, значит, с ними случаются какие-то, кто там заболел, есть такие семьи несчастные. Тот же Ицказиль, за царь, да? У него, у него была дочка-праведница вообще невероятная, Малка Зихрана тоже Цадикали Враха. Шестеро детей, все, умерла, умерла. 40 там, лет молодой от плохой болезни, ну и так далее. То есть, есть, есть бывают ситуации, когда очень-очень праведные, хорошие, добрые люди, они, они умирают рано, страдают и так далее. И говорит тогда, царь Соломон, он говорит, про это он много говорил, что это очень такая вещь тяжелая, в Каэлите он много про это говорил, что именно это дает как бы возможность спросить, а почему есть садик и плохо ему, праведник и плохо ему, а есть злодей, хорошо ему. И этот вопрос, он очень много людей сбил с правильного пути. И царь сам он говорит Богу, понятное дело, что это, ну, это ты Бог, высшая мудрость, ты дал нам свободу выбора. И это, это ну, нельзя на Бога задавать вопросы. Но он говорит, но ну, именно это является главным, главным, это является вот главным элементом свободы выбора. Потому что если бы все было так явно, понятно, и вот прям делай добро, сразу тебе Мерседес, а делаешь зло, сразу тебя посадили в тюрьму, так не было бы свободы выбора. А сейчас непонятно, как это работает. Теперь царь Соломон говорит здесь в 26 отрывке. Также наказывать садика, он говорит, это нехорошо. Все равно это нехорошо глобально для мира. Леокот, надевимый Альешер, нехорошо бить вот этих вот благородных за их прямоту. И дальше он продолжает 27 отрывок, он говорит так. Хосех Амарав, Йодеадат, значит, тот, кто знающий, познающий вот реальность, тот, кто понимает, как эта штука работает, и понимающий, что есть этот мир, а есть мир грядущий. Этот мир – это коридор к миру грядущему. Есть наказание, но оно выглядит как наказание, но на самом деле это может быть исправление. Есть внешний, мы смотрим, когда цадику плохо, но внутренний, может быть, в этот момент совсем неплохо. У него в этот момент такая любовь к Богу, как раби он всю жизнь говорит: Я всю жизнь мечтал, когда его убивали в конце жизни, он говорит: Я всю жизнь мечтал отдать за Бога душу. И вот мне так повезло, что меня сейчас не убивают. Понимаете? То есть а, тот, кто 27-й отрывок, он дает нам ответ останавливает слова свои, которые знающий дат, который юдея дат, который знает, ну вот реально он знает, как обстоит дело. Он не будет на эту тему не думать, не говорить. Значит, икар руах и штвуна. Икар руах это как переводят хладнокровные, то есть икар руах это или дорогой дух, человек, у которого есть понимание, то есть он все это держит внутри, он держит это все внутри. Значит, Любавич Стеребе, он э, никогда вообще не говорил, говорил никому, вы не имеете права никто рассуждать, почему была катастрофа, почему, какие причины и так далее. Он говорит, мы не можем понять Бога даже близко. Все они были цадите, кого убили без вина, то есть никаких не было на них, не надо на них искать вину там какую-то и так далее. То есть он, в принципе, вот относился к этому так. Мы Бога понять не можем, мы знаем, что Бог добрый, что этот мир – это коридор, что главная награда в мире грядущем, все. А вот эти вот пытаться понять суд Бога, суд Бога мы не можем. И лучше не понимать его. Я когда-то Равбинсона Зильбера тоже спрашивал, а что он думает про катастрофу. Он говорит, ты знаешь, я на эту тему стараюсь не думать. Потому что, говорит, когда я думаю на эту тему, это уменьшает у меня любовь к Богу. Так вот он конкретно дословно сказал. То есть это факт. Когда ты пытаешься своим мозгом человеческим, в котором все замешано на страхе смерти, понять а, вот какие-то такие страшные события, которые происходили, понятно, они непонятны. И много людей после катастрофы, они, они отвернулись от религии. А многие, наоборот, повернулись к Богу и стали религиозными. То есть, а, а, поэтому нам говорит царь Соломон, все, останавливающие уста, тот, кто знает, да, у кого есть познание настоящее, он останавливает уста. И внутри у него хладнокровен, то есть у него он управляет своим духом, якар руах, иштвуна, человек, у которого есть понимание, он внутри все понимает, он просто переводит с той темы, которая непонятная или она мешает, он переводит внимание на другую тему. Поэтому мы тоже перейдем на следующий отрывок. 28-й отрывок такой. Гам Гам Эвиль Махриш Хахам, Ехашев, Ехашев, а, Гам Эвиль Махриш Хахам, Гам Эвиль Махриш Хахам, Ехашев отем сватав навон. Значит, и грешник-скептик, то есть также грешник-скептик, Махриш Хахам, молчащий, посчитается мудрым. Он будет считаться как Хахам, как мудрый закрывающие уста, значит, отем сватав на вон. Тот, кто за, за закрывает уста и не начинает на эти темы рассуждать, он, он значит, разумный. Что имеется в виду? Вот человек, значит, человек живет в этом мире. мы когда-то учили, мы когда-то учили в Экклезиасте, в Каэлите, что Бог дал мир в сердца Бог дал мир в сердца людей, и написано слово «олам», написано без «вава». То есть написано «олам», как бы, вообще само слово «олам» – мир на иврите, это скрытое, переводится «скрытое». Значит, этот мир, кого он скрывает? Бога, который создатель, творец, и который, есть такая книга, маска вселенной. То есть весь этот мир, это маска, которая, которая это отражение Бога, грубо говоря. Теперь, значит, вот есть этот мир, это проявление Бога, и вот человек живет в этом мире, который является проявлением Бога, и каждый человек знает маленькую часть этого мира, малепусенькую. То есть у каждого из нас, если мы возьмем вот знания о том, как работает мир, как он устроен, Тора и так далее, то есть мы все вот такие вот, маленькие-маленькие. Каждый человек, представьте, какая вся история мира. Мы же не жили в те годы. Мы можем о истории, мы же знаем по каким-то отголоскам, кто-то когда-то что-то нам рассказал, который тоже там этот Юаль Ноем Харари. Откуда он знает историю? Тут непонятно, что было 50 лет назад. Вон война была 70 лет назад. Уже непонятно, кто победил в войне. Россия, Америка. Те говорят одно, эти говорят другое. Непонятно вообще, как это все было. Есть уже, которые говорят, что евреев не убивали. Ну, то есть, а это было 70 лет назад. Еще живы участники всех этих событий. Теперь, то, что было 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, 2000 лет назад. Четыре. Никто не знает вообще. То есть это такие отголоски, вообще не осталось. Понимаете, вот что интересно, что если мы говорим о том, откуда мы знаем эту всю информацию, кто-то на, на камне настучал. Кто это настучал? Чего он настучал на камне? То, что он настучал на камне, может это ошибка, может этот камень, это как раз нашли там, где ну, вообще неправильно все. Как его расшифровали. Понятное дело, что сейчас, если мы возьмем летопись любую, каждое правительство приходит, вот мы сейчас живем в Украине, Россия, и переписывает историю, как удобно, как они хотят. Поэтому понятное дело, что человек ничего не знает. Но начать рассуждать, что а вот Бог, а вот о, почему так было, а как он мог, а как он не мог, это глупо. И вот я сейчас вспоминаю на эту историю, грешник-скептик молчащий, он посчитается мудрым, закрывающий уста разумным. Я вам сейчас расскажу одну историю, которая очень запомнил, прямо она на всю жизнь на меня повлияла очень сильно. Есть такой Вадим Зиновьевич Рабинович. Такой есть в Украине человек, такой очень замечательный, мощный, сильный. Он когда-то в советское время его совершенно несправедливо посадили в тюрьму за то, что называлось тогда экономические преступления, а сейчас это делают все. Вот представьте, насколько мир изменчивый, что раньше за то, что человек в советское время покупал 100 долларов, и на эти 100 долларов покупал джинсы, а потом эти джинсы продавал за рубли. Это называлось валютной операцией, спекуляция, фарцовка, и за это садили на 10 лет в тюрьму. Ну представьте, или человек делал цех, и шил там какие-то куртки, да, или футболки, цеховики назывались, их расстреливали, просто расстреливали, а сейчас это нормально, это бизнес называется. И вот он в то время, Даниэла Дана, здесь не христианство, извиняюсь, мы здесь изучаем Тору и не, не говорим про христианство вообще, то есть мы изучаем Тора, это то, что Моисей получил на горе Синай, и христианство возникло потом, 2000 лет назад, и, ну, есть у крестьян отличные тоже группы, у них есть специальные места, уроки, то есть все там можно писать про Иисуса Христа сколько угодно. Здесь мы изучаем Тору и про него не пишем. Хорошо, теперь дальше, вот послушайте, очень важно. И значит, Вадим Зинович Рабинович, после того, что он, он огромный у него жизненный опыт, он был и в тюрьме, потом он в, в Верховной раде, он политик, он очень богатый человек, все, он стал религиозным на каком-то этапе своей жизни, и он стал религиозным, соблюдает заповеди, и он организовывает у себя дома уроки Торы. И когда-то, это было много лет назад, он пригласил меня провести у него дома урок Торы. Собрал он людей, которые мало вообще были знакомы с Торой И там был один парень на этом уроке Который в то время, у него не было даже типы Я помню, он сидел вот так Салфетку положил на голову Потому что Вадим Зиновьевич сказал, что Тору нельзя слушать С непокрытой головой И он сидел в таком или платочке Или в платочке сидел Или в, ну, с покрытой головой Я проводил урок по перте Вот я как сейчас помню И он Я рассказывал что-то и как раз он говорит, вот этот вот человек с платочком на голове, который пришел, может быть, первый раз, он говорит, а вот я, ну, я не могу Бога понять, но ну, что Бог, вот как он мог такое сделать, а как он мог такое сделать, и как он мог такое, что-то он такое начал вопросы задавать, очень так скептически, да. И, значит, Вадим Зиновьевич, мне говорит профессор, он меня пытался раввином называть, я говорю, я не раввин, я не раввин. Он говорит, ну я тебя буду тебя тогда профессор называть, хотя тогда еще не был профессором, сейчас я почетный профессор, кстати, он вперед смотрел. И он, значит, говорит, профессор, можно я ему отвечу? Я просто знаю, как ему ответить все. Я говорю, ну, конечно, можно. Ну, а с Вадим Зиновичем лучше не спорить. И вот, значит, он такой к нему поворачивается, ему говорит, слышишь ты, говорит, морда тупорылая. Вот так вот ему прям, вот он ко мне так, профессор, аймун, прям вот на его языке, он ему и говорит: слышишь, ты говорит, морда тупорыла. Ты говорит, не понимаешь, как табуретка устроена, на которой ты сидишь. Ты ее устройство не понимаешь, ни из чего она сделана, ни как она стоит, ни какая ее физическая природа. Ты табуретку понять не можешь. Как ты пытаешься Бога понять творца мироздания? Ты говоришь: сиди, слушай, накапливай информацию. А когда у тебя накопится, накопится информация, ты говоришь, больше поймешь. И тот замолчал и сидел, слушал. Это было лет 10, наверное, назад. Сейчас это религиозный человек, соблюдающий заповеди. Очень, там, он очень много делает добрых дел, заповедей. Там, ну, он очень богатый, и он там помогает очень много религиозным организациям и так далее. Он стал религиозным человеком. Почему? Потому что иногда, иногда вот эти вот мысли, которые человек высказывает, там, против Бога, а как Бог мог и так далее. То есть нужно просто чуть-чуть понимать, где Бог, а где ты. И чтобы понять Бога, я когда-то тоже слышал такое интересное сравнение, что котенок, вот сколько котенку не объясняй устройство Боинга, котенок не может понять, как устроен самолет Боинг 737. Не может. У него просто нет, не просто представления, у него понимания нет. Ему даже объяснить нельзя об этом. То же самое, мы когда говорим о Боде, изучаем Тору, нужно понять, что мы все время чуть-чуть мы там заглядываем вот на краешек и все. Понятно? И значит, поэтому давайте еще раз вернемся. Царь Соломон, великий мудрец, мудрейший из людей, он сказал, говорит, вы, ну, как бы выразил факт, наказывать праведника нехорошо, но такое бывает. Бывает, что Бог... Наказывать праведника прекрасные, добрые, святые люди, которые они умирают рано. Бывает такое, умирают рано. Они вот сейчас ушел из жизни, я знал один очень хороший парень в, в Казахстане, был организатор тренингов. И он 29 лет, трое деток, хороший, добрый, прям честный парень. Все, и ушел. Бывает. Сейчас ушел папа этого Хабиба, да, который был был чемпион мира, и папа все время, я слушал там его несколько интервью, он все время говорил про Бога, про Всевышнего. Он говорит, я всегда молился Богу, чтобы я не увидел смерти своих детей и внуков. И он ушел раньше, чем дети, Рудни, он не видел никогда смерти. он говорит, а сам я готов уйти в любой момент, и значит, я готов, то есть, и он был верующий и так далее. Теперь, для него, для верующего человека уйти, для него он всю жизнь к этому готовился, он знает, что у него впереди рай, и все у него хорошо. Теперь, но для тех, кто остался, у них вот есть выбор. И именно про них говорил царь Соломон. Нехорошо цадика, когда наказывают. И нехорошо, когда бьют добрых вот этих вот благородных людей. Потому что это, это уменьшает веру у тех, которые смотрят на это. Но теперь он дает 27-28 отрывок. Он говорит, что нам делать. Лучше на эту тему не думать и не рассуждать. Потому что тот, кто знает и понимает, как устроен мир и как Бог управляет миром, тот вопроса не задает. И если грешник-скептик, он на эту тему не начинает рассуждать, так он тоже будет в этом случае выглядеть как хахам, как мудрец, который понимает, что все от Бога. Бог тебе дал жизнь, Бог тебя поддерживает, Бог эту жизнь забрал ты за то, что ты живешь. Мало кто Бога благодарит. Все считают это само собой разумеющееся. Конечно, как один после коронавируса, один человек, он, значит, попал в больницу, у него не было страховки в Италии, я читал эту историю. Ему было 90 лет, и он, значит, побыв там, вышел, и ему дали счет там на десятки тысяч евро за неделю в больнице. Он был пристегнут к этому аппарату искусственной вентиляции легких. Он говорит, смотрите, если там 20 или 30 тысяч евро стоит неделю подышать, он говорит, а я всю жизнь бесплатно дышал, и я за каждый вдох же не благодарил Бога. А сейчас, когда мне тяжело стало, так я понял, сколько стоит каждый вдох. Теперь вот надо сосредоточиться на том, что сколько Бог нам дает, сколько он делает добра, сколько возможностей, сколько всего. А если, а если, значит, что-то... Что-то непонятно, так нужно сказать, что Бог знает, когда человек умирает, говорят Барух Даян Эмет, благословен судья справедливой истины. То есть Бог, он знает, в какой момент дать жизнь, в какой момент забрать жизнь и все. Все, удачи, успехов, давайте подведем итог. Действительно, у мусульманства, христианства и иудаизма больше общего, чем различий. Но тоже, опять же, люди, смотря на что смотреть. Если смотреть на то, что на Бога Творца, Создателя Мироздания, на Адам Решона, на всех, кто был, Моисей, который получил Тору, то у всех идентично. А потом начинается, а кого слушать, кто передал. Христиане говорят, нам Иисус передал. Но отлично, есть христиане, которые его вначале считали человеком, который говорил о Боге. И это было вообще отлично. То есть, как вот мусульмане, они назвали пророк Мухаммед. Он человек, который говорил о Боге, пророк, который говорил о Боге. Но, опять же, каждый верит во что он хочет. Мы не что, я никого не хочу ни в чем не переубеждать. Не... То есть мы изучаем конкретную книгу, которую написал царь Соломон. Шлома Амелок, великий царь Соломон, который построил первый Иерусалимский храм, второй Иерусалимский храм, и который любил Бога, был пророком, говорил о Боге. И мы изучаем, что царь Соломон говорил о боде Хочет кто это слушать, хотят слушать христиане, пусть слушают. Хотят мусульмане, пусть слушают. Это все о Боге Творце, Создателе мира. И это мы изучаем, пытаемся понять слова пророка царя Соломона, который был мудрейший из людей. И мы пытаемся понять, что он нам хотел передать и 3000 лет передавал через книгу Мишли. Все, всем прекрасного дня, хорошей недели, шавуатов. И, значит, до бабачения, до завтра. Пока, завтра в 10.00.